Истоки истории Днепромаша ведут в сложные суровые годы конца войны, в далекий 1944, когда в освобожденном от захватчиков Днепропетровске началось строительство автомобильного завода, а в его составе шинного завода второе производство. Вскоре, вследствие резко обострившейся международной обстановки, реальной новой военной угрозы, мощности автозавода были переориентированы на ракетостроение, почтовый ящик 186. 19 марта 1952 года постановлением Совета министров СССР второе производство выделяется в самостоятельное предприятие завод номер 933, почтовый ящик 192. Эта дата и стала исходной точкой истории Днепромаша. Уже к осени 1952 года были созданы и начали выпускать продукцию свыше 10 основных цехов. Параллельно шло становление КБ, лабораторий, служб. За 2-3 года были введены в строй несколько главных производственных корпусов. Руководил заводом в этот период его первый директор Очередько Павел Максимович. Первой крупной трудовой победой молодого заводского коллектива было выполнение в 1953 году задачи, поставленной лично Иосифом Сталиным – создание системы противовоздушной обороны Москвы. Завод вместе с другими предприятиями и организациями успешно выполнил это задание. Стало очевидным – завод как производственный и научно-технический коллектив в единой системе обороны страны утвердился. В 1955 году завод возглавил Леонид Никифорович Стромцов. Когда я пришел на завод, 7 сентября 1955 года. Сначала нужно было решить из всех задач, которые стояли тогда перед заводом, главнейшим. Мы освоили тогда важнейшие военные заказы противокосмической, противоракетной и противовоздушной обороны. Мы освоили производство холодильников «Днепр». Все это доставалось большим трудом. И я должен сказать, что это удалось мне за счет большой поддержки инженерно-технических работников и рабочего, грамотного коллектива, который смог решить все те задачи, которые ставились перед заводом. Сейчас в это трудно поверить, но уже в 1960 году с использованием заводской аппаратуры зенитно-ракетный комплекс С-75 сбивает недосягаемый ранее по высоте американский самолет-разведчик У-2. Надежный зенитно-ракетный комплекс С-75 подтвердила также вьетнамско-американская война, где с помощью системы С-75 было сбито более 4000 самолетов Соединенных Штатов. За системой С-75 создается система С-125 для борьбы с низколетящими самолетами и система С-200 для борьбы с летательными аппаратами на сверхзвуковых скоростях и больших высотах. Днепромаш в 60-х и 80-х годах изготовил и поставил для этих систем более 4500 передающих устройств. Система С-75, 125 и 200 долгое время была основой противовоздушной обороны страны. Большое количество зенитно-ракетных комплексов 125, 125 и 200 было поставлено на экспорт 28 стран соцлагеря и развивающиеся страны. В 1953 году стало известно, что Соединенные Штаты Америки ускоренно разрабатывают межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. В 1956 году ЦК КПСС и Совет министров СССР принимают решение о создании экспериментальной системы противоракетной обороны. Поставлена была задача очень серьезно о создании систем предупреждения ракетных нападений, противоракетной обороны, загоризонтной радиолокации и противовоздушной обороны. Таким образом, было создано до 90-го года
было создано порядка 30 стационарных радиолокационных объектов. В 1961 году в ходе испытаний антиракетой была сбита реальная ракета. Соединенные Штаты Америки смогли это осуществить только через 23 года. В 1970 году впервые в мире системой СПРН и ПКО в космосе ракетой уничтожается космический объект. За время существования завода, на протяжении вплоть до 90-х годов, специалисты завода ИКБ совместно с предприятием министерств, так называемые «девятки», которые входили в военно-промышленный комплекс страны, создали, разработали, провели испытания и поставили на объекты монтажа для вооруженных сил Советского Союза, бывшего Советского Союза, оборудование комплексов, систем радиолокационных станций, которые обеспечили организацию всевидящего ока, так называемый контроля и наблюдения за воздушным и космическим пространством страны. Созданная специалистами завода ИКБ «Техника» обеспечила контроль космического пространства и воздушного пространства над страной с дальностями от единиц километров до 4000 километров и по высотам от десятка метров до, скажем, геостационарных орбит. Одно перечисление названий комплексов заняло бы немало страниц. Днепр, Днестр, Ангара, Нева, Дарьял, Атолл, Дон-2Н. Каждый из них – это проекты общенациональной, стратегической значимости и масштабности. Венцом же стало создание комплекса «Волга». Для реализации этого проекта потребовались новые высокие технологии. В конце 80-х годов введен в эксплуатацию новейший завод микроэлектроники «МИЭЛКОМ». Директором его был назначен Михаил Петрович Филькин. В конце 80-х годов было построено производство микроэлектроники. Его строительство потребовало не только от строителей новых технических решений, потому что создавалось совершенно иное техническое сооружение, ранее неизвестное, но потребовало и совершенно другого подхода к созданию трудового коллектива и кадрового обеспечения, как тогда говорили. Через отдел кадров прошли тысячи молодых людей для того, чтобы отобрать около 1000 человек, которые были способны работать в тех условиях, которые требовали условия микроэлектроники. И надо отдать должное, вот такой скрупулезный подход к подбору молодых людей, к расстановке руководителей, а надо отметить, что средний возраст руководителей микроэлектроники был больше, чуть более чем 30 лет, позволил решить главную задачу, вот эти все подходы, а именно, во-первых, вместо 3 лет, которые требовалось по всем нормативным документам, чтобы выйти на планы в коэффициент годных изделий, мы это сделали за 1 год. Но, может быть, самое главное, мы доказали, что ту спецтехнику, которая планировалась к освоению выпуску на этом производстве, можно было сделать, потому что были заключения ряда институтов, что уровень сложности ее такова, что сделать ее невозможно. И когда в 1989 году мы провели все виды испытаний, в том числе и государственных, и сдали первые 30 передатчиков, это был праздник не только заводчан, но это праздник был всего Министерства радиопромышленности. Продукция этого завода была освоена в кратчайшие сроки с отработкой всего технологического цикла, с высокоточной механики до производства микросборов, что и стало основой создания последнего поколения РЛС 21 века. Сегодня производство микроэлектроники стало заводом микроэлектроники, и вот таких аналогичных объектов или аналогов нету не только в Украине, но и на бывшей территории Советского Союза. Мы сегодня сохранили все технологии, которые существовали в этом производстве, и это основа для создания новых видов гражданской техники, которой мы занимаемся. В данном случае телекоммуникационного оборудования, оборудования связи. Это основа для дальнейшего, возможно, сотрудничества в области и оборонных заказов.
В конце 80-х годов создаются центральные командные пункты комплексного управления и согласования работы всех радиолокационных систем. Командные пункты и сегодня функционируют по сложным, разветвленным алгоритмам, учитывающим огромное количество факторов. Все комплексы и системы работают в автоматическом режиме, в реальном масштабе и времени по единому замыслу. Наряду с заказами военно-промышленного комплекса, заводом реализуются проекты и для науки. По созданию крупнейших в мире ускорителей элементарных частиц, мощнейших электровакуумных приборов. Отдельную страницу в истории Днепромаш занимает выполнение интернационального долга. Сотни специалистов-заводчан проводили монтаж аппаратуры ПБО в 28 странах мира, за что удостоены наград этих государств. Создание на заводе технических средств вооружения проходило под непосредственным руководством крупных ученых, специалистов, главных и генеральных конструкторов изделий и систем, ведущих институтов радиопромышленности СССР. Официально дата создания монтажного отдела завода уходит в 61 год, 12 апреля. За прошедшее с тех пор время завод изготовил, а специалисты ПМУ построили более 30 крупных стационарных объектов для систем противовоздушной обороны, противоракетной обороны, системы контроля космического пространства, систем предупреждения о ракетном нападении. Монтажники выполнили работы на передвижных зенитно-ракетных комплексах С-75, С-125, С-200, которые находились не только на территории Советского Союза, а были поставлены в 28 зарубежных стран мира. Хотелось бы отметить строительство наиболее крупных систем и объектов Советского Союза. РЛС «Дроял», разработчик радиотехнический институт. Это очень мощные локаторы, строительство которых находилось постоянно под контролем высшего партийного и государственного руководства страны. Отдельным важным этапом в истории монтажного управления необходимо отметить участие его специалистов в освоении, подготовке и проведении работ по строительству объектов системы А-135. Рядом ведущих НИИ КБ Советского Соююза, в том числе НИРП, РТИ, КБ Днепровская, разработана документация, а нашим заводом изготовлена большая часть оборудования многофункциональной радиолокационной станции «Дон-2», предназначенной для борьбы с новым типом баллистических ракет «Першин-2». Объект представлял собой уникальную по многим параметрам РЛС системы ПРО, где была реализована цифровая обработка информации, большой набор зондирующих сигналов, применены высокопроизводительные ЭВМ и сложнейшее функционально-программное обеспечение. Завод изготавливал оборудование практически для всех систем локатора. Общестанционное, передающее, приемное, приемообрабатывающее, ремонтно-парительной базы. Огромный вклад в эту работу внесли министр радиопромышленности Плешаков, его заместители Марков, Лосев, генеральные директоры ЦНПО «Вымпел» Аксенов, Михайлов, генеральные конструкторы систем Басистов, Кузьмин, Савин, Расплетин, Кисунько, Слока. Работа с этими ведущими учеными и специалистами бывшего Советского Союза позволила коллективу завода поднять свой научно-технический потенциал на уровень, обеспечивающий участие ДМЗ в совместных проектах и позволивший создать свой коллектив разработчиков оборонной техники. Важнейшим периодом истории ДМЗ была его работа в составе центрального НПО «Вымпел», куда он вошел в 1972 году. В 1983 году Днепровский машиностроительный завод возглавил Виктор Леонтьевич Бойер. Я пришел на завод уже сегодня 40 лет на заводе. После армии пришел и всю свою жизнь связано с этим заводом. В тот период, когда я стал директором, уже у нас было очень много предприятий, смежников,
научных работников, институты. Это, я должен сказать, очень хорошо работалось нам с институтами Москвы. Они разработчики документации были, они вели все стратегию делали. А наша работа была уже тут в металл. С 1985-го ДМЗ стал головным предприятием в производственном объединении, куда вошли КБ «Днепровская», СКБ «АП», Южный радиозавод и его КБ «Поиск», завод «Электробытприбор». В этот период ЦНПО «Вымпел» вместе с уникальными научными институтами и КБ с мощным производственным комплексом участвовали в создании системы стратегического паритета, ее информационных и управленческих компонентов, когда в считанные секунды взлет ракеты с любой точки земного шара фиксировался и информация передавалась для принятия ответных действий. Страна имела также полную непрерывную информацию о всех объектах, находящихся в космосе. Поколение техники, к сожалению, быстро сменялось. И завод работал практически, можно сказать, штучным. Номенклатура одна, вторая, третья, и только в единичном исполнении. Вот это были очень трудные времена. Освоение тех. Поистине легендарными являлись трудовые достижения заучан. За эти годы был создан многотысячный трудовой коллектив, который постоянно участвовал в соревновании и постоянно занимал призовые места. Опыт его работы в вопросах кадровой политики, качества, организации труда рассматривался на самых высоких инстанциях. На знамени завода сияют два ордена. Орден Трудового Красного Знамени, полученный в 1966 году за успешное выполнение семилетнего плана и освоение новых заказов. И Орден Октябрьской Революции, полученный в 1978 году за разработку и выпуск специзделия. Правительство высоко оценило труд заводчан. За выдающиеся достижения в труде лучшим труженикам присвоено звание Герой социалистического труда. Токарю Ясемирскому Сергею Иосифовичу в 1966 году, слесарю-инструментальщику Бендеровичу Сергею Ивановичу и монтажнице радиоаппаратуры Маханько Валентине Павловне, фрезеровщику Ширинскому Ивану Минаевичу в 1971 году. Также были награждены 22 человека орденом Ленина, 18 человек орденом Октябрьской революции, 148 человек орденом Трудового Красного Знамени, 12 человек орденом Дружбы Народов, 198 человек орденом Знак Почета, 214 человек орденом Трудовой Славы, 367 человек медалями за трудовую доблесть, за трудовое отличие, 7 человек стали лауреатами Государственной премии СССР и Украины в области науки и техники, 9 человек – заслуженные работники отрасли. Именно такие работники составляли костяк трудового коллектива завода. До того, как я пришел на предприятие, коллектив, значит, уже был сформирован. Но задачи после 60-х годов, значит, с каждым месяцем все усложнялись, и характер разработок аппаратуры был самым современным того времени. Напряженность труда была очень высокая, но и сознательность была насколько высокая, и патриотизм, что, например, в 63-м году мы 30 декабря значит, работали три смены. Но я хотел бы ответить такой интересный момент, что коллектив-то был молодежный, очень многочисленный, там около 1000 человек было подразделений, вот, но тот дух
который присущ молодежи и сегодняшнего дня, и вчерашнего дня. Такого, что после перерыва выходили на улицу, на пантус, значит, пели песни, а после закончился технологический перерыв на свои рабочие места. Были классные специалисты, выпускали хорошую продукцию. Ну и дружный коллектив был. Всегда ходили на любые мероприятия, участвовали в воскресниках, субботниках, так вместе отдыхали, вместе в театр ходили, кинотеатр посещали, собирались с семьями в выходные дни. Короче, это очень сплоченные люди были. Я хотел бы вспомнить ряд фамилий рабочих. Их было очень много, сотни, тысячи, но я назову несколько фамилий. Это Сергей Яцемирский, Валентина Маханько, Сергей Бендерович, Виктор Ветров, Леонид Трубников, Степан Курсаков, Анна Углева, Алексей Гамольских и много-много других. Этому рабочему коллективу мы обязаны тем, что коллектив нашего завода был награжден 2 орденами, и заводу было присвоено имя Ленина. Но рабочий коллектив не мог бы сам создавать всю ту сложную аппаратуру, которую мы изготавливали. Здесь надо отметить также ту пользу, которую приносил большой, многотысячный тоже инженерный корпус и особенности институт начальников цехов. Они обеспечивали конструкторскую, технологическую, инструментальную, приборное обеспечение труда многочисленного трудового рабочего коллектива, о которых я говорил раньше. Здесь тоже я хотел бы назвать ряд фамилий, которым мы обязаны тем успехом, который имел коллектив на протяжении последних лет. В первую очередь, это Иван Тарасенко, это Михаил Шаинский, это Александр Баканин, это лучшие начальники цехов, такие как Андрей Куницкий, Алексей Штейн, Василий Лобзовский. Вот эти люди создали все необходимое для облегчения труда трудящихся завода. Ну, в заключение я еще раз хочу поблагодарить коллектив завода, поздравить их с юбилеем и пожелать им успехов в дальнейшем по освоению новейшей техники в пределах и по заданиях нашего государства Украины. Я желаю коллективу поддерживать те хорошие традиции, которые были в нашем цехе. Пожелать успеха, здоровья всем в труде и быть на высоте всегда. И хочется еще просить, чтобы брали ориентир на сегодняшнего председателя правления, генерального директора Михаила Петровича Филькина. С таким руководителем есть уверенность, что предприятие, во-первых, оно сегодня уже твердо стоит, а в ближайшее время оно есть флагман и будет флагман для родственных предприятий и для предприятий того направления, которым является Днепровский машиностроительный завод. Новые, яркие и вместе с тем во многом трудные страницы были пережиты Днепромашем в 90-х годах, когда с изменением стратегических приоритетов нового государства практически вся деятельность завода в оборонной сфере оказалась невостребованной. Коллектив завода оказался перед необходимостью самовыживания, попал в тяжелейшее экономическое положение. В это время завод возглавил Михаил Петрович Филькин, который ранее руководил заводом «Мелком» в составе ДМЗ. Нужно было провести полную конверсию громадных мощностей оборонной направленности, кардинальную реконструкцию предприятия с сохранением научно-технологического и кадрового потенциала с целью перехода на совершенно новые гражданские виды продукции. В период конверсии руководству завода пришлось решать несколько главных задач. Первое –
определить, на каких предметах труда дальше жить и развиваться трудовому коллективу. Было выбрано направление создания телекоммуникационного оборудования, и это направление себя оправдало, и сегодня предприятие является национальным производителем и создателем телефонных цифровых станций. Второй главной задачей, стоящей перед руководством предприятия, было определение организационных форм существования производственного объединения. Поэтому указом президента 1995 года производственное объединение «Днепровский машиностроительный завод» было воссоздано как государственная акционерная холдинговая компания с целью сохранения и приумножения научно-технического потенциала, технологий, которые существовало, и сохранения, самое главное, института разработчиков. Решив вот эти две главные задачи, государственная акционерная холдинговая компания превратилась в национального разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования системы С-32, которая сегодня является для нас главным предметом труда, нашей гордостью и нашей надеждой на будущее. С этого времени, можно сказать, начинается новая веха возрождения Днепровского завода уже в новом нашем украинском государстве на новой базе по производству телекоммуникационных систем именно продукции гражданского направления. С 1994 года конструкторское бюро и Днепровский завод начинают наращивать разработки собственных телекоммуникационных систем, это цифровых телефонных станций системы С-32. И с этого же времени начинается, я уже сказал, возрождение бывшей мощи нашего предприятия. Результат структурных преобразования производственного объединения в холдинговую компанию является то, что на протяжении последних 3-4 лет постоянно возрастают объемы производства. Днепровский машиностроительный завод и холдинговая компания в том числе не имеет задолженности по заработной плате, не имеет задолженности по пенсионному фонду в бюджет. То есть можно сказать, что ниша, которую занял Днепровский завод в производстве телекоммуникационных систем, дает свои результаты. Были созданы 5 новейших заводов. Днепротелеком по выпуску автоматических телефонных станций, завод микроэлектроники, радиотехнический завод, инструментальный завод, завод холодильников. В целом Днепромаш в 21 век шагнул существенно обновленным. Одновременно создаются совместные предприятия с иностранными инвестициями. Их основной учредитель – открытое акционерное общество «Днепровский машиностроительный завод». Украинско-корейское совместное предприятие «Днепрдэу» по производству телекоммуникационного оборудования. Украинско-американское закрытое акционерное общество «Mitel» по производству цифровых телефонных аппаратов. Украинско-российское совместное предприятие «Днепровосток» по производству часов и приборов очистки, украинско-российское совместное предприятие «Днеста» по производству счетчиков энергоносителей различных типов и моделей, научно-производственное предприятие «Монтекс» по монтажу заводских телефонных станций системы С-32. Все эти предприятия стали полноправными участниками строительства нового Днепромаша. В результате конверсии, реконструкции, структурно-экономических преобразований, превращения КБ «Днепровское» практически в национальный институт разработчиков средств связи, Украина вошла в число 10 развитых стран мира, которые имеют собственную национальную телекоммуникационную систему, своего разработчика и производителя. Конструкторское бюро «Днепровское» было создано приказом номер 488 директора Государственного союзного завода и назначен главным конструктором производства номер 2 предприятия ПЯ-186 Симонов Михаил Иванович. Это, в принципе, было начало деятельности конструкторского бюро, как конструкторского бюро нашего завода. И с этих моментов началась плодотворная деятельность конструкторского бюро в области разработки конструкторской документации на
аппаратуру оборонного назначения. Конструкторское бюро занималось разработкой документации на системы предупреждения о ракетном нападении, на системы контроля космического пространства, на системы противоракетной обороны. Это было единственный завод и единственное конструкторское бюро при заводе, которое занималось разработкой и выпуском аппаратуры данного назначения. Практически все, что стоит по периметру Советского Союза, создано конструкторским бюро вместе с главными институтами, разработчиками, это практически все московские институты, и выпущено нашим заводом. Это все длилось до того момента, пока не начался процесс развала бывшего Советского Союза. Вот. Но предварительно до этого начала мы нашли общие точки соприкосновения с Московским Центральным научно-исследовательским институтом связи, который в то время занимался разработкой конструкторской, не только конструкторской документации, а занимался разработкой идеологии создания станции С-32 с цифровым доступом до абонентов со скоростью передачи информации 32 килобита в секунду. И это был знаменательный момент, потому что это было отправной точкой нашей дальнейшей работы по созданию телефонных станций на базе системы С-32. За период с 1989 года, когда мы начали практически работу над станцией С-32, по настоящее время в результате конверсии, реконструкции, структурных преобразований, произошло превращение конструкторского бюро «Днепровское» в Национальный институт разработчиков средств связи. И Украина вышла в число немногих государств, которые обладают возможностью разрабатывать телекоммуникационные системы. И не только разрабатывать, но и производить их на достаточно высоком техническом уровне. Этот период с 1989 года по настоящее время был той школой, которая позволила нам в настоящее время выйти на очень высокий технический уровень разработок, которые внедряются в производство, и не только в производство, но и находятся на сетях, телефонных сетях общего пользования Украины. В настоящее время наши телефонные станции имеют сертификат соответствия, сертифицированные, как выпускаемая серийно ТСЦА, так и новая станция транзитная, опорно-транзитная АТСТ, которая сейчас присвоена наименование Днепро, она тоже сертифицирована. В ближайшее время будет сертифицирована сельская станция собственной разработки. Достоинством станции нашей разработки является то, что не только конструкторская документация, но и программный продукт – это есть чисто украинское национальное достояние. Станции системы С-32 получили признание Международного союза электросвязи. Они признаны и за пределами Украины. Так, международные конференции связистов стран СНГ, Кишинев, Москва, Одесса рекомендовали систему С-32 в качестве базовой на всем пространстве связи бывшего СССР, поскольку станция имеет ряд весомых преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами: в 2-3 раза ниже цена одного номера, в несколько раз ниже расход цветных металлов и электроэнергии. Проведена сертификация нашей телефонной станции на опытной зоне в городе Саратове в России. И в настоящее время решается вопрос получения сертификата соответствия, российского сертификата соответствия. Станция системы С-32 признана в качестве базовой по всему пространству связи бывшего Советского Союза, поскольку станция имеет ряд весомых преимуществ по отношению ко всем остальным станциям. Это экономия кабельной продукции примерно в 8 раз, это снижение энергопотребления в 2-3 раза, это снижение площадей, которые занимают станция, это получение определенного экономического эффекта от внедрения станции на телефонные сети общего пользования. Станции системы С-32 имеют сертификат соответствия. В 2000 году получен национальный сертификат системы менеджмента качества, в конце 2001 года – международный сертификат. По итогам Международного экономического форума «Партнеры 21-го столетия» станции системы С-32 награждены золотой медалью и почетным дипломом за высокое качество, а предприятие в общенациональном конкурсе признано лауреатом
и награждено знаком «Высшая проба». В настоящее время в Украине введено в строй оборудование ТС-системы С-32 общей емкостью более 300 тысяч номеров. Станция емкостью 30,5 тысяч номеров действует в городе Витебске, Республика Беларусь. Внедрение коммутационных станций ЭТС осуществляется с принципами наложенной сети. При этом соединение станций производится цифровыми трактами по принципу «каждая с каждой». Для стыков со встречными станциями других типов используются модули оборудования сопряжения. Серийно выпускаются городские оконечные станции емкостью 10, 20, 30 тысяч номеров, но уже сейчас в отдельных городах реализуются проекты, где ЭТС используется в качестве узловой станции сельскопригородных районов. В том числе в городе Луганске скоро вступит в строй станция ЭТС емкостью 60 тысяч номеров, а эта станция будет не только самая большая станция цифровая в Украине, но и, в общем-то, наверное, самая большая цифровая станция в бывшем Советском Союзе. Сейчас станции системы С-32 начинают активно использоваться для модернизации сети общего пользования, для замены декадно-шаговых и координатных станций. Что касается перспектив развития и дальнейшего развития системы С-32, то здесь можно сказать следующее. Значит, первой основной задачей, которая будет решаться, это прежде всего обеспечение наших абонентов более широким спектром дополнительных видов обслуживания. Значит, внедрение этих новых услуг связано с дальнейшей модернизацией станции как ЭТС-СА, а также внедрением на сети опорно-транзитных станций ЭТСТ, в которой уже полностью внедрен собственный отечественный программный продукт. Кроме того, одной из основных задач является также внедрение оборудования для обеспечения доступа в интернет, для того, чтобы все абоненты ЭТСА могли получать такую на сегодня очень востребованную услугу. С точки зрения развития абонентского оборудования планируется широкое внедрение технологий XDSL. Так вот, дальнейшее внедрение более совершенных методов кодирования информации для систем XDSL позволит также увеличить пропускную способность групповых абонентских линий, тем самым обеспечить дополнительные возможности по передаче трафика интернет, а также увеличить их длину. Дальнейшие усилия по развитию системы S32 будут направлены на создание более дешевого оборудования как абонентского концентрации, так и оборудования транзитной коммутации. Интеграции устройств сопряжения с транзитным коммутатором станции для уменьшения стоимости оборудования в расчете на каждый абонентский номер. В соответствии с программой, выдвинутой президентом Украины Леонидом Даниловичем Кучмой, масштабные работы по модернизации национальных местных сетей связи до 2004 года должны проводиться на базе отечественного оборудования, где станция С-32 занимает ведущее место. Долгое время у нас выпускались оборонные заказы, на которых я работал, в связи с конверсией и сокращением количества оборонных заказов, наш завод начал выпускать совершенно новый вид продукции, который необходим для населения и нашей страны. Это совершенно новый вид продукции, как цифровые телефонные станции. Здесь и требуется новый подход, такой более совершенный, потому что это более сложная аппаратура, чем применялась на оборонных заказах. И применяются компьютеры для проверки, полной проверки работоспособности в заводских условиях, чтобы наше изделие, когда поступает на потребителю, оно было полностью готово к эксплуатации и работоспособно. Продукцию, которую мы выпускали сейчас, а это цифровая телефонная станция S32,
полностью отличается от той продукции, которая выпускалась в начале 90-х годов. Здесь совсем другая и очень большая элементная база, а значит, она требует больше внимания и знаний. У нас на предприятии очень высокая культура производства, а иначе и не должно быть, потому что мы уверены, что нас признают на мировом уровне, и наша станция заслуживает этого. Работая на Днепровском машиностроительном заводе, мы социально защищены. Мы пользуемся прекрасной столовой, в которой обеды стоят гораздо дешевле, чем в городе. Вовремя получаем заработную плату, пользуемся поликлиникой. При желании можем оздоровиться в профилактории или санатории. Есть где отдохнуть и нашим детям. За все это мы благодарны руководству завода. «Днепромаш» уверенно смотрит в будущее. Наряду с производством и постоянным совершенствованием, созданием новых типов станций системы С-32 на предприятии разработаны и последовательно реализуются перспективные проекты развития и освоения новых видов высокотехнологических изделий. Одной из важных граней деятельности руководства предприятия всего трудового коллектива было создание и реализация эффективной системы кадровой политики работы с персоналом. Принцип «в любом деле все в конечном счете определяют люди, кадры» был и остается исходным пунктом, основой, на которой строилась и строится на Днепромаше вся система работы. За всю 50-летнюю историю Днепровского машиностроительного завода кадровая политика одной из первых и ключевых звеньев была в истории завода как основополагающим элементом нашей работы. Наверное, не все знают, что отдел кадров раньше назывался отдел найма и увольнения. Первый из начальников отдела кадров был Поздняков Александр Александрович, герой Советского Союза. Именно 54-56 год досталось формирование трудового коллектива этому начальнику. В результате порядка 2,5-3 тысяч кадровых работников было принято на работу на ПЯ-192. С этих пор формировался трудовой коллектив Днепровского завода, формировался со своей бытностью, со своими аспектами работы. И, наверное, самое сложное в этой ситуации была многосменяемость производства, особенно его переориентация на новые виды продукции. В результате этого сложилась, одна из основополагающих кадровых таких направлений работы. Это как стабилизация трудового коллектива, закрепление молодых рабочих на заводе. За всю историю завода был сформирован стабильный трудовой коллектив, который мог выполнять все важные правительственные задания. Все это благодаря тому, что применялись новые формы работы в трудовом коллективе и социологического направления, и кадрового направления, работа с руководящим составом, работа, непрерывной формы обучения, это связанное с высшим учебным заведением, с подшефными школами, с техникумами, с колледжами. Вся эта система настроена была в первую очередь, чтобы как можно быстрее молодой человек адаптировался в трудовом коллективе. За всю историю Днепромаша, можно смело сказать, свыше 100 тысяч людей прошагало через нашу проходную заводскую. Сегодня остался тот костяк трудового коллектива, который способен выполнять те задачи в рыночных условиях, в рыночной экономике, именно в новых условиях хозяйствования, в связи с тем, что наше предприятие стало акционерным обществом, и сегодня многие кадровые работники остались работать на своих рабочих местах. Это и главные конструктора, это и специалисты, это и высококвалифицированный рабочий персонал. На заводе была создана прочная материальная база подготовки специалистов, современный учебный корпус, хорошо оснащенный учебным оборудованием, где каждый год проходили обучение под новые технологии до 70% заводчан. Работал учебно-производственный цех, готовящий ежегодно до 100 молодых рабочих по основным заводским профессиям. Я на заводе работаю с 1959 года. И на этом же месте, вот считайте, уже 40
почти 3 года, или 43. На одном же том же станке и на том же самом рабочем месте. Заодно могу сказать тоже. Я же был председателем совета новаторов Днепровского машиностроительного завода. Вот. Мои, как говорят, подопечные, которых я учил, они участвовали на выставках и в Киеве, и на ВДНХ СССР, и получали золотые, бронзовые, серебряные медали. Короче говоря, надо работать, надо обучать молодежь все новому и передовому. Все, что делал я и делали мои товарищи. Была сформирована и эффективно работала самая большая среди заводов социологическая служба. Действовали комплексная система работы с молодежью, служба семьи, служба «Ваше настроение», школа молодого руководителя, комплексы психологической разрядки, лаборатория профотбора, кабинеты профориентации, тренажерные комплексы и так далее. Создание такой системы работы с персоналом не было самоцелью. Этого требовали прежде всего уровень научно-технологических и производственных задач, динамичность изменений в этих сферах. Главным итогом этой работы было создание стабильного трудового коллектива, способного выполнить поставленные задачи. Отдельно хотелось бы мне отметить и тот факт, что мы на сегодняшний день сохранили тесные связи и узы с нашими учебными заведениями. То есть будущее завода без пополнения молодых кадров практически невозможно и нереально. Для того, чтобы нам выполнять задачи, поставленные в разрезе производства телекоммуникационного оборудования, требуются новые специалисты, требуются молодые кадры, которые бы сегодня пришли на смену нашим кадровым работникам и выполняли те задачи, которые необходимо решать сегодня для нашего предприятия. Для этого заводчанами был построен корпус радиофизического факультета Днепропетровского национального университета. Мы стоим у входа в 12-й учебный корпус Днепропетровского национального университета. Корпус этот был построен на средства, которые выделило наше базовое предприятие Днепровский машиностроительный завод. Много времени утекло с тех пор, однако и до сих пор эти ступени хранят следы многих тысяч сотрудников ДМЗ, которые получили высшее образование в стенах нашего факультета. Наше сотрудничество имеет большую историю. Это действительно славная история, в которой мы благодарны вашему славному предприятию. Благодаря первотолчку, который получил факультет от Днепровского машиностроительного завода, на нашем факультете было развито целое направление, которое поставляло специалистов для электронных областей народного хозяйства. Очень много, действительно очень много связывает нас. Сейчас на нашем факультете из специальностей, которые всегда интересовали Днепровский машиностроительный завод, по-прежнему радиофизика, электроника, прикладная физика, компьютерные системы и сети, информационные управляющие системы и технологии. Целый ряд специальностей связан с технологией и средствами телекоммуникации. Мы рады, что в нашей истории есть не страница, это большая глава, в которой можно много хорошего сказать о нашем сотрудничестве. Оно продолжается. Тяжелые времена всегда проходят, наступает светлое. И я полагаю, что наши связи будут не только ограничиваться тем, что у нас сейчас есть, но развиваться и крепнут. Инициатором создания нашего техникума являлось базовое предприятие, которое ныне является Днепровский машиностроительный завод. В то время это было предприятие ПЯ-192. Днепровский машиностроительный завод выступал абсолютно во всех вопросах инициатором создания лабораторий, кабинетов, делегировал сюда в техникум своих преподавателей. Большую роль сыграл завод непосредственно в строительстве корпусов нашего техникума. Очень большое значение на сегодняшний день мы уделяем перспективному развитию нашего учебного заведения. И в этом плане следует отметить очень тесную работу с директором завода Днепротелеком Кобой Владимиром Леонтьевичем, который с большим удовольствием, в общем-то, принимает наших ребят на практику, принимает их после распределения на рабочие места
и приглашает постоянно ведущих специалистов, которые наших детей здесь, в учебном заведении, знакомят с передовой технологией. Станция С-32, на которую мы распределяем наших детей и сейчас даже, в общем-то, помогает нам строить свои учебные программы и планы с перспективой на новую технику, на новое информационное обеспечение. Таким образом, мы стараемся поддерживать связь не только с заводом, но и своими выпускниками поддерживаем Укртелеком, где также наши выпускники помогают внедрению новой техники. Я бы сказал, кадры – это золотой фонд нашего завода. Кадры – это сегодня то звено ключевое, с которыми можно выполнять самые сложные задачи. А нашему заводу, я думаю, по плечу любые вопросы вместе с нашими людьми выполнять поставленные все задачи. Сегодня практически сохранен костяк кадрового потенциала, вокруг которого создается новый трудовой коллектив, способный решать задачи нового прогрессивного технологического уровня производства. Именно высококвалифицированные кадры управленцев и специалистов смогли провести планомерную конверсию и обеспечить возрождение Днепромаш. Наряду с выпусками изделий оборонной тематики остается еще одна яркая, важная, весомая грань летописи предприятия, прославившая его трудовой коллектив. Это разработка и производство прекрасных товаров народного потребления и производственно-технического назначения. Уже с первых дней создания завод изготавливал детали и узлы для трактора модели «Беларусь», который начал производить «Южмаш». Но по-настоящему масштабной стала работа Днепровского машиностроительного по производству товаров народного потребления с освоением в 1955 году холодильника «Днепр» и его различных последующих модификаций. Выпуск холодильника начался в 1955 году. При этом год, конечно, был 54-й, потрачен на освоение холодильника. За эти годы выпущено холодильников 5 миллионов 790 тысяч. Притом этот холодильник был у нас, как говорится, народным. Его за самую минимальную зарплату мог купить, месячную, мог купить каждый человек нашей страны. Поэтому, как говорится, при покупке он приносил в дом радость. Коллективу, специалистам пришлось преодолеть массу серьезных трудностей, прежде всего технологического плана, в борьбе за высокое качество и надежность холодильника. В конечном итоге было выпущено за полвека около 6 миллионов холодильников, которые по праву назвали народными. Ведь Днепр был доступен по цене практически для каждой семьи, пользовался огромным спросом, так как был удивительно надежным и удобным. Холодильника выпускалось несколько модификаций. Начинали его с выпуска холодильника «Днепр», потом модификация «Днепр-3». Это, как если все помнят, это круглый холодильник, который стремилась купить каждая семья у нас и даже на заводе. Затем выпуск поменяли модели. Модели были «Днепр-2». Это, если вы помните, такой тоже компактный холодильник, но уже квадратный. «Днепр-2М», «Днепр-2МС». Сейчас мы выпускаем холодильник «Днепр-402-1-2». И сегодня на завод приходят письма благодарности с сообщениями, что без единого ремонта холодильник проработал 30, 35 и даже более 40 лет. Несколько лет производились в небольшом количестве морозильники «Славутич-112». За свою историю «Днепромаш» освоил множество других высокотехнологичных товаров для населения, пользующихся большим спросом. С 1980 года производились магнитофонные приставки «Арель-206 стерео», «Арель-306 стерео», «Арель-101 стерео». Последняя по функциональным характеристикам превосходила все зарубежные аналоги подобного класса. Неоднократно отмечалась медалями ВДНХ СССР. Вот раньше мы выпускали 38 наименований товара народного потребления. Это электроустановочные изделия, открытые проводки, закрытые проводки. Выпускали детские игрушки, роботы, робики. Вот. Выпускали бытовую печь и свечи. Тогда мы впервые
Вторые были в Союзе, которые наладили выпуск печи СВЧ и дошли до выпуска в месяц 3500 штук. Надежно служат многим семьям заводские СВЧ-печи «Днепрянка», «Днепрянка-1», которые были освоены в 1990 году всего за 9 месяцев. Интересной новинкой порадовали наши специалисты и в вопросах применения компьютера. Был разработан и производился игровой персональный компьютер для детей БК-08, периферийные устройства для ЭВМ, дисплеи разных модификаций. А затем были мясоперерабатывающие комплексы, приборы водоочистки, самый современный уникальный блок питания для бытовых приборов, часы и так далее. Особая страница в производстве товаров народного потребления – это освоение и выпуск около 20 наименований электроустановочных изделий – вилок, розеток, выключателей, электропатронов, которым за надежность и длительность сроков службы выключатели выдерживали свыше 100 тысяч циклов, был присвоен государственный знак качества. А как благодарны были родители и дети за выпуск заводом прекрасных механических заводных игрушек: робот, робик, избушка, вездеход, самолеты. В целом завод на 1 рубль заработной платы в 80-е годы производил товары народного потребления на сумму 1 рубль 45 копеек. Это был один из самых высоких показателей среди предприятий военно-промышленного комплекса страны. И сегодня завод и совместные предприятия выпускают массу новых товаров и изделий для народа. Цифровые телефонные аппараты, устройства и адаптеры для телефонных станций, бытовые счетчики газа и электроэнергии, наручные часы «Восток» и многое другое. Коллектив «Днепромаша», его специалисты получили миллионы благодарных слов от потребителей, которые и сегодня ценят высокую марку Днепровского машиностроительного завода. Работа по выполнению напряженных государственных планов во все годы самым тесным образом сочеталась с заботой о людях, их быте, здоровье, отдыхе, культуре, других сторонах повседневной жизни каждой заводской семьи. Уже в первый год своего создания завод приступил к строительству жилья, детских садиков, медицинских учреждений и так далее. Строили и за счет государственных бюджетных средств, и собственными силами, в чем особую роль сыграла комсомольская организация завода. За эти годы была создана одна из самых разветвленных в регионе по своей комплектности и масштабности заводская социальная сфера. Необходимо отметить, что проводимая на заводе социальная политика получила одобрение всех наших трудящихся. Так повелось издавна, что производственные и социальные вопросы решаются на предприятии комплексно. За годы существования нашего завода в социальном плане сделано очень и очень много. Это и строительство жилья, строительство детских дошкольных учреждений, спортивного комплекса, детских оздоровительных здравниц. И в этом огромная заслуга всего трудового коллектива, потому что многие объекты создавались непосредственно при участии многих и многих работников нашего предприятия. В 1962 году я пришел на завод. На заводе проработал всю жизнь, начиная от рабочего и кончая заместителем генерального директора по капитальному строительству. Со дня основания завода до моего прихода было уже создано строительство хозяйственным способом, жилья, объектов соцкультбыта и промстроительства. За 50 лет существования завода была создана мощная строительная организация собственная, которая выполняла работу хозяйственным способом, строила жилье для трудящихся, строила объекты соцкультбыта, база отдыха, пионерские лагеря, база отдыха в Крыму, пансионаты, в Моршино, санаторий. То есть практически выполнялось все это собственными силами завода. В строительстве большое очень помощь оказывал комсомол в те времена. Значит, комсомольцы участвовали и в выходные дни, и после работы, помогали в строительстве, таким образом оно у нас развивалось.
и совершенствовалась, и достигала масштабов. За эти годы было много построено жилья, мы дошли до получения квартир до 800-900 квартир в год. Жилищно-коммунальное хозяйство насчитывало 83 дома общей площадью 350 тысяч жилой площади, квадратных метров. Начало строительства в 1952 году, как и начал строиться завод. Первые дома располагались по улице Строителей в районе угол Днепропетровской и улицы Строителей. Это были двухэтажные дома. Первоначально было всего лишь 7 тысяч жилой площади. С ростом завода началось строительство и домов. На строительство было затрачены средства завода, и в них только располагались трудящиеся нашего завода. К концу 1998 года строительство жилья было усиленным, и к концу года насчитывало 83 дома, 300 тысяч квадратных метров жилья. А с помощью комсомола мы построили пионерский лагерь в Орловщине, пансионат отдыха в Орловщине на реке Самара. С помощью комсомола мы построили пионерский лагерь «Солнечный берег» на Азовском море, в Геническом районе. С помощью комсомола мы построили несколько корпусов в санатории «Мисхор» сегодня. Раньше был пансионат, сегодня санаторий «Мисхор», где мы имеем порядка 1800 путевок на это. Мы также построили корпус в санатории Моршина, собственный корпус, где тоже имели путевки и имеем, если такая необходимость. Одной из составляющих этой социальной программы, которая проводится на заводе, является детское оздоровление. Это льгота, предоставляемая нашим трудящимся, записано в коллективном договоре. И вот уже на протяжении 34 лет дети наших работников оздоравливаются в заводской здравнице, которая расположена на берегу Азовского моря на Арабатской стрелке. Наш лагерь называется «Солнечный берег» и пользуется огромной популярностью у детей. Что собой представляет этот лагерь? Это два спальных корпуса на 540 мест. Это огромный киноконцертный зал, где дети могут одновременно участвовать в спектаклях и слушать. Это столовая, где дети одновременно садятся, все 540 детей. Это различные спортивные сооружения. И, конечно же, самое прекрасное место – это пляж и море. Длина пляжа составляет почти 400 метров. Пляжное место оборудовано теневыми навесами. Для детей созданы все условия для полноценного отдыха. Эта прекрасная детская здравница оздоравливает ежегодно до 2000 детей. Лагерь признан одним из лучших в Украине. В 1999 году он отметил свое 30-летие. За эти годы очень расширился завод. Завод примерно увеличился со дня основания примерно в 2,5 раза по площади. И сейчас строительство не утихло у нас. Наоборот, мы начали восстанавливать пришедшие в негодность корпуса. Благодаря энергии нашему генеральному директору Михаилу Петровичу Филькину, работы строителям хватает даже без выходных. За это время, за период руководства Михаила Петровича, мы спальный корпус профилактория отремонтировали, то есть капитальный ремонт сделали. Мы продолжаем лечебный корпус профилактория делать капитальный ремонт. Мы капитально восстановили спортивную школу Днепр-75. Мы капитально, если посмотрите, в заводе отремонтировали первый корпус, создали более современные предприятия. А благоустройство не забыли тоже, завод стал красавец, и продолжаем. И дальше, как вы видите, на панораме сейчас занимаемся
урывками, когда погода, но все время продолжаем и благоустраивать завод, и расширять под новые технологии, как, например, вот завод электрических счетчиков или измерительных приборов. То есть он уже сделан под новые технологии, применены новые материалы. В основном мы стараемся использовать, что можно, только свои материалы. Только свои материалы, это потолки, поэтому они у нас дешевле. Вот примерно такой у нас курс. Слава Богу, при нашем генеральном работы хватает строителям. Перспектива у нас большая, очень большая, чтобы завод был как картинка. Производства были современные. При заводе в 1990 году была создана своя поликлиника с самым современным оборудованием, компьютерным обслуживанием, с привлечением ведущих специалистов медакадемии, других медучреждений города. Поликлиника завода – это гордость завода, которая включает в себя современное оборудование медицинское, новейшее оборудование. Вот поэтому она получает оздоровление трудящихся завода, ветераны, участники Великой Отечественной войны, которые на заводе у нас не забыты. Были построены и оборудованы по самым современным требованиям тех лет 5 заводских общежитий на 1250 мест, введены 12 детских дошкольных учреждений, многие из которых признавались лучшими в городе. Особенно благодарны заводчане, да и не только они, за создание комплексов по выпуску мясных и хлебобулочных изделий. Немало сделано для подшефных колхозов и совхозов области. Особое внимание уделялось созданию материальной базы и организации физкультуры и спорта. Построен заводской стадион «Вихрь», спортивный зал, водная станция с теплоходом «Шаляпин», создан спортивный клуб «Вихрь», один из лучших в Украине, а также детские клубы по месту жительства. Предмет особой гордости заводчан – детская спортивная школа по футболу «Днепр-75», где сотни ребятишек готовились и готовятся как резерв в основной состав команды мастеров «Днепр». В 1975 году на базе Днепровского машиностроительного завода была создана специализированная детско-юношеская школа по футболу «Днепр-75». Значит, мы взяли курс на охват всего города, разослали наших тренеров по всем районам нашего города. Система работы была сразу продумана такая, чтобы всех талантливых мальчишек, где бы они ни проживали и где бы они ни учились, объединить в нашу школу. Поэтому результаты нашей работы, наша школа несколько раз становилась чемпионами Советского Союза среди среднего возраста, среди старшего возраста. Несколько раз были мы чемпионами Украины. То есть был какой-то достигнут успех в соревновании. Как итог, выходят ребята, которые попадают в команды мастеров, так как школа наша была создана с целью подготовки резерва для команды «Днепр». Поэтому многие ребята в то время, и Литовченко, и Протасов, и Толя Демьяненко, это все дети, которые прошли нашу школу и потом стали выдающимися футболистами. И вот сейчас мы находимся на центральной базе, откуда как бы смыкаются все сборные команды. Вот она после реконструкции, сейчас вот нам будет сдан новый манеж, летом будет реконструированное футбольное поле, где мы, это благодаря тому, что генеральный директор объединения Днепровский машиностроительный завод Михаил Петрович Филькин уделяет большое внимание развитию детскому спорту и футболу в частности. Поэтому мы надеемся, что мы сможем подтвердить то название специализированной школы и будем в дальнейшем готовить мастеров кожаного мяча. А как гремела слава заводской художественной самодеятельности, охватывающей более 1000 человек –
При заводском клубе работал прекрасный хор, вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные кружки, которые неоднократно занимали призовые места в областных и республиканских конкурсах. Завод участвовал и участвует в реализации десятков самых разнообразных строительных и культурных проектов города Днепропетровска и региона. Особенно большой вклад предприятия специалистов-профессионалов в развитии культуры. Художественное литье памятников, стел, создание крупных мемориалов, украшающих наш город и сохраняющих историческую память поколений. Особо я хотел бы отметить в социальном плане отношение к этим вопросам со стороны правления и его председателя Михаила Петровича Филькина. Хочу сказать, что сам председатель принимает очень активное участие в реализации всех проектов социального назначения. Я хочу сказать, что профсоюзный комитет и правление выступают как социальные партнеры, и мы всегда наши действия согласовываем. В последние 7 лет процесс возрождения предприятия его руководство рассматривало и рассматривает в неразрывной связи со структурной реорганизацией и обновлением на современном уровне и социальной сферы. А это значит, что возрожденный завод и его коллектив нацелены на будущее, устремлены в будущее, верят в будущее, создают его своими делами. Празднование юбилея стало не только событием в жизни трудового коллектива. В эти дни коллектив посетили многие высокие государственные руководители. Но особым событием стало посещение завода президентом Украины Леонидом Даниловичем Кучмой, который не только принял участие в этих празднествах, но и наградил своим указом большую группу тружеников, внесших свой огромный вклад в становление и развитие завода. Уважаемые труженики Днепромаши, уважаемые ветераны, 19 марта этого года Днепровскому машиностроительному заводу исполнилось 50 лет. Полувековая история Днепромаша – это яркие, напряженные годы становления и развития завода, его трудового коллектива. Это годы выполнения десятков оборонных заказов государственной значимости. Это годы трудовой доблести, чести послевоенного поколения во имя оборонного могущества, процветания отчизны. За это время коллектив предприятия прошел несколько ярких, а порой драматичных этапов своего развития. От первых лет становления и создания завода до десятилетнего напряженного труда по выпуску оборонной техники, по созданию товаров народного потребления, до вершины своей славы и процветания, а затем вынужденную, полную драматизма, почти 100% конверсию производства. И все эти годы ковался характер трудового коллектива. Создавались нравственные трудовые традиции, которые всегда передавались и передаются из поколения в поколение. Празднование полувекового юбилея – это прекрасный повод для всех нас отдать дань уважения нашим ветеранам. За всю историю завода через проходную завода прошло около 150 тысяч человек. И сегодня, в дни празднования, много тысяч ветеранов смогли побывать в трудовом коллективе, ознакомиться с теми проблемами и с той жизнью, которой живет сегодня трудовой коллектив, вспомнить свою молодость. Спасибо вам за это огромнейшее. Низкий поклон и сердечное спасибо всем тем, кто сегодня трудится на заводе,
кто своим трудом создает новые страницы летописи Днепромаша. Поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Желаю вам всем счастья, здоровья, успехов на благо нашего родного Днепромаша. С праздником вас, дорогие заводчане! Новый день мы начнем заводской проходной. Днепромаш, наша жизнь раздельна с тобой. Небо ввысь, как щитом ты надежно закрыл. Для страны весь запас твоих творческих сил. Днепромаш, твоя слава летит над землей. Для тебя славный труд наш и наша любовь. Пусть полвека прошло и полвека пройдет, гордость в наших сердцах за тебя, как и прежде, живет. Пусть полвека прошло и полвека пройдет, гордость в наших сердцах Днепромаш, как и прежде, живет. Ордена Днепромаш украшают твой флаг. Каждый год в них отмечен и твой каждый шаг. Учат внуков седые герои труда, чтоб был мир, чтоб жила в счастье наша страна. Днепромаш, твоя слава летит над землей. Для тебя славный труд наш и наша любовь. Пусть полвека прошло и полвека пройдет, гордость в наших сердцах за тебя, как и прежде, живет. Пусть полвека прошло и полвека пройдет, гордость в наших сердцах Днепромаш, как и прежде, живет. Наш завод — это больше 100 000 имен. Днепромаш, каждый верит и каждый влюблен. Полстолетия для неба и космоса трудимся все. Ты для нас дом родной, и мы искренне все благодарны тебе. Днепромаш, твоя слава летит над землей. Для тебя славный труд наш и наша любовь. Пусть полвека прошло и полвека пройдет, гордость в наших сердцах за тебя, как и прежде, живет. Пусть полвека прошло и полвека пройдет, гордость в наших сердцах Днепромаш, как и прежде, живет.